Добрый вечер. Скажите, любезный, среди вашей продажной музыки есть скрипка? Минуточку. А, конечно, есть. О, это счастливая удача, потому что мой сын Изя решил стать скрипачом. Поздравляю. Но я так и не хочу быть скрипачом. Так, откуда голос? Изя, послушай сюда истину. В нашей семье есть традиция. Твой прадедушка бил скрипач, твой дедушка бил скрипач, твой папа скрипач, и ты тоже будешь скрипач. Это никак нельзя изменить. Мы все пытались. Ну, можно сделать так. Вы покупаете у нас скрипку. Если вам не подходит товар, вы возвращаете скрипку, а мы возвращаем вам деньги. Вы даете нам деньги. Изя, это знак. Смотри. Мы сейчас берем эту несчастную скрипку, играем на ней 7-8 лет, потом якобы товар нам не подходит, мы ее возвращаем, и нам дают деньги. Изя, получить талант и не потерять при этом деньги – это наша вторая традиция в семье.